В районе бульвара Жванецкого на склонах был найден прошлогодний труп. Об этом патрульной полиции сообщила женщина. По словам инспектора, мужчина пролежал на склонах около года. Прибывший на место обследования территории, и вправду был обнаружен труп неизвестного мужчины, который уже буквально, может, год пролежал, может, больше. Также на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая должна будет установить личность погибшего и причины его смерти.